Запомни одно. Тамплиеры — не бездумные орудия в твоих руках. Мы здесь не для того, чтобы убивать твоих врагов под ложными предлогами. Обманешь меня снова, и нашему союзу конец. Смерть стражей Малаша позволила достичь нескольких целей. Когда владыка падет, никто не воспротивится моей власти. Впервые за много лет я близок к победе. Я чувствую его беспокойство, Артанис. Он знает, что я иду. Малаш? Амун. Дыхание жизни помогло мне увидеть истину. Да, я чувствую его ярость. Он знает, что я его не боюсь. Знает, что через Кхалу ему не подчинить, тогда я обращу избранных против него. Ты еще не выиграл, Аларак. Не позволяй Тиразину затуманить твой взор. Это сражение тебе еще только предстоит. Я уже победил. Я тысячу раз видел внутренним взором, как наношу последний. Твоя самоуверенность — лучший союзник твоего врага. Не позволяй ей помочь Малашу. Слова привыкшего к поражениям. На копье Адуна закончено воссоздание нового типа войск. Теперь ты можешь выбрать одну из принадлежащих к нему боевых единиц. Малаш показал себя могучим вождем. Это так. Поэтому победа над ним будет особенно сладкой. Многих ли ему удалось победить в ходе ритуала? Бесчетное число соперников. Он поднялся по цепи Вознесения, безжалостно уничтожая всех на своем пути. Будто его благословил сам Темный Бог. Он получил прозвище «Клинок Амуна». И тем не менее ему бросали вызов. Таковы наши обычаи. И с каждым побежденным он расправлялся с особой жестокостью. Малаш любит оставлять своих противников полуживыми и наслаждаться их страданиями. Аларак, я начинаю беспокоиться. Спокойствие. Это сказка для юнцов, не готовых к боли и испытаниям реальной жизни. Оставь меня. Мне нужно подготовиться. Ключ! Реагируют. По-видимому, на потоки энергии пустоты на поверхности планеты. Я наблюдал подобное на Ульнаре. Должно быть, Тиразин напрямую связан с пустотой. Талдаримы называют его дыханием жизни. Они считают, что поглощая его, могут обращаться напрямую к Амуну. Довольно условное утверждение, но его нельзя полностью отметать. Свойства этого вещества указывают на то, что оно может происходить из иной вселенной. Возможно, поэтому оно для них священно. Они ищут богатые Тиразином планеты, чтобы превратить их в святилище своего бога. То, что мы нашли это место — дар судьбы. Если ключ реагирует на Тиразин так же, как на энергию пустоты, я смогу использовать этот газ, чтобы испытать возможности артефакта. Возможно, провидение еще не покинуло нас. Нужно сохранять веру. Я предпочитаю результаты, Иерарх. Мощь Амуна превосходит возможности даже королевы клинков. Мы должны действовать наверняка. В
Приветствую тебя, Иерарх. Цепь Вознесения — отвратительная традиция. Когда-то и кхалаи думали также о пути тени, который практикуют неразимы. Это несопоставимые вещи. Наше общество никогда не основывалось на... В основе их организации — железная иерархия. Служение вышестоящим и непрерывное укрепление связи с самим Амуном. Но ведь их удерживают обманом, матриарх. Они не знают ничего иного. Как же они изменятся? Когда-то наши народы тоже относились друг к другу с ненавистью и недоверием. Да. Мы считали ваши ритуалы варварством, а вы видели в нас только жестокость. Так же сейчас происходит и с Талдаримами. После того, как мы уничтожим Амуна и откроем правду о его предательстве, они станут искать свое истинное предназначение. Свой будущий путь. Новые штурмовые корабли готовы к инспекции. Борода Курал. Пора мне захватить власть. Да начнется Ракшир! Ритуал Ракшир начался. С этого момента лишь Аларак и Малаш имеют право сражаться друг с другом. В этом бою нужно победить противника и повергнуть его в бездну обреченных. Тот, кто сделает это, станет новым лидером Талдаримов. Проигравший же лишится жизни. Похоже, их силы примерно равны. Так и есть. Однако, насколько мне известно, Ракшир не запрещает союзникам бойцов поддерживать их на псионном уровне. Наши воины смогут прийти на помощь Алараку. Но Талдаримы также могут поддерживать Малаша. Я подготовлю наши войска. Малаш будет яростно сражаться, чтобы удержать власть. Мы должны быть готовы ответить тем же. Укажи мне цель. Ожидание команд. Скоро Талдаримы пошлют воинов на помощь Малашу. Мы должны всячески поддержать Аларака. Не хватает. Талдаримы питают Малаша своей энергией. Алараку понадобится помощь наших воинов. Сила переполняет меня. Вперед, рабы! Убейте всех, кто придет на помощь Малашу. Аларак, я вижу, ты забыл, что эти воины подчиняются мне, а не тебе. Thank you.
спина. Наши клинки дошли до врагов! Темные стражи ждут! Иерарх, я не знаю, как такое возможно, но мои сканеры показывают, что концентрация солярита в местных организмах крайне высока. Нужно уничтожить этих зверей. И думаю, что Лараку об этом знать не обязательно. Как скажешь, Иерарх. Наши клинки нашли врага! Вызвать здесь второй Нексус. Иерарх, я чувствую присутствие гибридов. Они идут на помощь Малашу. Нам явились посланники Амуна. Воины, сражайтесь достойно! И однажды вы тоже вознесетесь, став гибридами. О, твоя ложь так убедительна. Я почти восхищаюсь тобой. Thank you.
нужна помощь? Настоящую славу? Движение гибридов. Будь наготове. Что мы должны делать? Нужно построить больше пилонов. Свой долг.
вступаю в бой. Мы служим посол. Требуется больше Виспена. Воины! Армия Талдаримов движется на нас по верхнему проходу. Приготовиться к защите! Талдаримы! Убейте всех перворожденных, и вас ждет вознесение. Координаты зверя получены. Телепортирую его на корабль. Приближается гибрид Доминатор. Предварительное сканирование показывает, что саларит является побочным продуктом работы их аномальной пищеварительной системы.
ты хочешь сказать? Впрочем, неважно. Я не желаю знать. Они сошли своих воинов. Тебе нужна помощь? Не помешает мне отомстить. Артани сшли своих воинов. Чтобы Аю пал.
особо сильные гибриды. Теперь я ваш владыка. Слушайте и повинуйтесь. Малаш обманул вас. Нам не дано вознестись. Талдаримам никогда не стать гибридами. Амун предал нас. И за это его ждет смерть.